прошел 2-0. Меридиан увеличивает преимущество. Да, была зафиксирована ничья 2-2. Это случилось, если не изменяет мне память, то в прошлом туре. И сравнивает все сейчас Гертьех. Предельно точный удар. А вот атака спецсвязи. Даже не атака. Одна передача и удар. Великолепно атакует сегодня Мосфидер Госвит. Любой выход на половину поля соперника заканчивается. Снова дает бить спецсвязи, на этот раз игрок точит. 1-0, сыграно сейчас около 5 минут. Хорошая серия передач сейчас получилась у Капитала. И удар образцовый. Четко на 9 баллов. 3-3. Ремнев. Передача на Карнаушевского. Вот сработала вся ударная тройка HSBC. Черные выходят вперед. Русал 9-0, 3-1, 5-0, 4-0. А вот сейчас такой штрафной, что разыграл РТРС. Ух, какой момент сейчас был у Илларионова. Забивает Маньяра, кладет девятку. Без шансов голкиперу. 1-0. Вот сейчас ударище. И Ворков, пушка страшная.